друзья, мы стоим у стенда знаменитого, легендарного, да, Евлагон Александр Гаретный. Победитель многочисленных конкурсов самогонщиков, будем это правильно называть, не дистиллеров, самогонщиков. У него новая линейка дистиллятов, в том числе горох, слива, где-то тут не наврать бы, где-то еще лисички есть. То есть это настойка на лисичках, смотрите. Я это пробовал месяц назад на алкосаммите в Пирогово, очень необычно. Но тогда не было гороха, что-то у вас там производство подвело. Я сейчас хочу попробовать горох. Налей, Саш, пожалуйста. Можно я? А можно тоже чуть-чуть горох? Все, ушли. Отлично, спасибо. Это вам спасибо. Петя, на здоровье. А горох? Горох. Друзья, вот яркий аромат зеленого такого гороха, да, то, что с грядки срываешь и ешь у бабушки, да, это, да, это именно то, это то и есть. Очень вкусно. Можно не закусывать. Можно абсолютно не закусывать. Саш, а мне слива, слива выдержанная, по-моему, да? Да. Можно я тоже слива попробую? Хватит. Слива? Вот. Выдержанная слива, выдержанная в дубовой бочке. Она будет участвовать в конкурсе. У меня, в принципе, тоже есть выдержанная слива. Вот сейчас я сравню, как это с моим вкусом. Пока желтая, бокальчик слива желтая или нет? Там в основном бординка была такая толстая, жирная, тёрная. Где-то 30% тёрная была. Ну это кожа и кожа. Слушай, терн во вкусе очень чувствуется, потому что прям терпкая. Вонючий, не вонючий, прям рот очень сильно подпитывает. Типа как отборные от терна. Меня с послевкусием именно слива чувствуется. Здесь чувствуется некая терпкость. Вкусно, Сар. Вкусно. Очень. Вкусно, но причем я говорю, вот у меня чисто слива, она вкуса другого. У тебя терн, он пробивается, и вкус становится совершенно другим. То есть, если мой и твой рядом поставить, это абсолютно разные напитки. Разные люди. Да. Как всегда, на высшем уровне. Да. Спасибо, еще раз подойдем.